Вот, ну, для меня, вот, я считаю, что он просто погиб в бою. Вот, чтобы не говорили о его кончине, но при каких обстоятельствах, ну, просто Павел, вот он настолько был открытый миру, открытый, добродушный человек. Я не знаю, услышать от неубранного слова было невозможно. Он был по-настоящему, любил людей и был большим патриотом. И огромное количество, не афишируя это, огромное количество акций гуманитарных, которые он проводил и в воинских частях, и для детишек. Очень светлый человек был. И таким он запомнится всем нам, кто с ним дружил, вместе работал. А то, что в обществе, безусловно, существует агрессия, существует, ну, понимаете, какие бы ни были разногласия между людьми, человеческая жизнь, она все равно дороже. И тем более то, как с ним расправились, вот в середине жизни его, 40-летний возраст, и в середине весны 16-го года мы вот потеряли нашего дорогого товарища.